Жест не самый легкий матч, но вместе с тем было создано несколько моментов. И в конечном итоге у них ничего не было создано и пропустили один очень обидный гол. Твои ощущения, впечатления от игры? Мы создали больше моментов, хотя они не были уж настолько очевидными, но у них вообще всего там пару ударов. Очень тяжело, очень неприятно, но надо жить. Да, в определенных аспектах мы стали лучше, физически лучше себя чувствуем, взаимопонимание находим. Но есть еще вещи, над которыми надо работать. Например, агрессивность при завершении атак надо увеличить, потому что нельзя выигрывать, если мы не забиваем, если мы не играем остро перед воротами. Вместе с тем у нас есть объективные причины. Нет нападающих, они больны, травмированы. Да, нам действительно их очень не хватает. Максимова, Трауре. Без них там очень тяжело забивать. Но я надеюсь, что они вернутся и с их помощью победа придет.